скажите, вы ожидали, что одержите победу с таким разгромным счетом? Да, конечно, не ожидали. Все-таки военмех, хорошая команда. Ну, есть паренек у них, с Минки на молодежь дублирующих играет. Поэтому он как, ну, у них капитан, он их, ими руководил. Просто у нас получилось реализовать свои моменты. А у них, соответственно, не получилось у нас. И где-то и мы в защите хорошо отрабатывали, а где-то, если не отрабатывали, то у нас Гриша спасал очень много. Поэтому просто получилось больше реализовать моментов, поэтому такой счет. Как менялась тренерская установка на протяжении игры? Ну, в начале все-таки многие тут с друг другом играют, ну, чуть ли не впервые, новички есть у нас в команде, поэтому как-то немножко притирались друг к другу. Вот. Потом, соответственно, когда начали, ну, не забивать, у них там и вратарь тащил, и сами потом начали ошибаться, нас Гриша подтаскивал. Вот. Поэтому как-то, ну, как сказать, более плотнее в обороне играть, чтобы меньше ошибаться. Ну и, соответственно, забивать, стараться моменты, которые прям стопроцентные, реализовывать. Соответственно, получилось, и уже в конце старались сыграть на ноль, чтобы у Гриши был сухарь, чего, ну, получилось. Ну, он сегодня вообще красавчик, такие мячи тащил. Хотела бы еще спросить насчет тайм-аута. Вы лидировали в 4 мяча, но зачем-то взяли тайм-аут. Объясните, зачем? Ну, просто чуть-чуть передохнуть, сбить темп. Все-таки нас немножко импульс поддавливал. Ну, опять-таки, вот то, что Гриша тащил, позволяли много бить по воротам. Где-то в обороне немножко ошибались. Как-то немножко сумбур какой-то у нас был. Поэтому Вася решил взять тайм-аут, чуть-чуть успокоить темп. Ну и, соответственно, поменять четверки, чтобы вышли уже более свежие игроки, которые отдохнули на замене. Что можете сказать о группе? Кого можете выделить, а кого, наоборот, как-то принизить, что ли? Да никого принижать, конечно, не надо. Тут любая команда может выстрелить. Все-таки у нас и Гарпастум, и Химик, и тот же Импульс. Каждый с каждым будет бороться. Ну, такая более ровная группа. И все-таки у нас состав по сравнению с Кубком на траве поменялся кардинально. Поэтому тут кому-то там как-то кого-то принижать ни в коем случае нельзя, потому что любая команда может забить, а потом сесть в оборону, и ты эту оборону будешь стучаться, можешь до конца не пробить, и 1-0 останется счет, и все, ты проиграл. Поэтому как-то кого-то принижать не надо, просто играем с каждым соперником в свою игру, а дальше будет видно.